Привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я решила показать вам, как правильно, красиво и удобно организовать свой телефон. Ну и давайте уже поскорее начинать. Поехали! Итак, наш первый шаг к, можно сказать, идеальному телефону, это, конечно же, нужно поменять обои. Первым делом я всегда меняю обои, поэтому давайте начнем с них. Я знаю некоторых людей, которые закачивают кучу ненужных приложений на телефон с обоями, мраморные обои. Я сама закачивала приложение обои с эмоджами. Вот у меня тоже есть 5 приложений, вообще нужно их удалить, что-то с ними сделать, убрать, в общем, с телефона, чтобы не мешались. Я открыла для себя приложение Pinterest. Вы о нем, наверное, все наслышались. Это супер крутое популярное приложение. Тут куча классных обоев, и не только. Здесь очень много полезного и интересного. Я уже набрала обои эстетика, и тут смотрите, какой выбор обоев. Кстати, я недавно установила вот такие живые обои. Кстати, они из ТикТока, не из Пинтереста, но в ТикТоке тоже классные живые обои. Я просто влюбилась в живые обои. Эстетика – это просто моя слабость. Они забирают много зарядки, конечно, но ради такой красоты, может быть, и стоит попробовать. Так что обязательно скачивайте приложение Pinterest. Кстати, скачивать фотографии очень-очень легко. Давайте попробуем скачать вот эту. Нажимаем на 3 точки. Скачать изображение. Изображение само скачивается к вам на телефон. Так, давайте зайдем в галерею. Вот в галерею вот эти обои сохранились. Давайте как раз таки их тогда и поставим. Нажимаем на обои. 3 палочки, мои материалы, обои. И ставим наши обои. Вот так они будут смотреться. Давайте поставим их. Ну вот и все, первый шаг уже готов, мы поставили обои. Итак, следующий шаг — это удалить все ненужные приложения. Это очень-очень важно, зайдите в настройки и удалите все приложения, ведь они занимают больше всего, по крайней мере у меня, места. Не засоряйте свой телефон, удалите приложение, ведь если вы захотите что-то закачать, Play Market всегда рядом, правда же? Вот, у меня куча ненужных приложений, поэтому я их, конечно же, удаляю. Эмоджи, кстати, приложение с обоями, про которые я вам говорила. Ужас, сколько у меня ненужных приложений. Нужно срочно очистить и все удалить. Тут даже как будто есть игры, о которых я не знаю. Вроде бы скачивала я их, но я о них не помню. Да, такое тоже бывает. Третий шаг – это удалите все ненужные фотографии из галереи. Ведь именно из-за этого у нас засоряется память. У меня на самом деле с этим проблема, у меня в галерее все время какой-то там завал фотографий, мемасиков и так далее. У меня есть много групп с друзьями, где они отправляют всякие фотографии, мемы, и в день у меня, наверное, по фотографии 40-45 прибавляется точно. И, кстати, не забывайте очищать корзину, это тоже очень важно. Вообще нужно чистить галерею раз в неделю, или 2 раза в неделю лучше. Но я не могу, поэтому я чищу раз в месяц, может быть, даже 3 раза в год, да, такое тоже бывает. В данный момент у меня в моем телефоне 600 фотографий, даже больше, по-моему. Не забрасывайте галерею, так как очищать ее необходимо. Четвертый шаг. Лучше всего все распределить по папкам. И на самом деле я раньше ненавидела папки, не любила ставить туда приложения, но потом поняла, что это действительно круто и удобно. В данный момент у меня в телефоне 9 папок с приложениями, без которых я не могу обойтись. Наверное, когда у меня появился 3-й в жизни телефон, это не помню, в каком классе было, во 2-м, в 3-м, неважно, мои друзья все ставили приложения в папки, и я просто такая смотрела и не понимала, зачем они это делают, если можно просто обычно поставить и вообще не париться. Но мне кажется, с папками теперь мне даже больше нравится и очень классно смотрится. Если вы, кстати, хотите видео о моих приложениях, ставьте лайки. 5-й шаг.
красиво украсьте папки. На самом деле, мои папки все стоят по цветам, точнее, приложения в них, в этих папках. Я решила поменять красную немножко папочку, поставить не сердечки, они уже не актуальны, а помадки. Красные помадки к моим красным приложениям. По-моему, выглядит очень круто, необычно и прикольно. И эту идею, кстати, с приложениями одинакового цвета я увидела в Пинтересте. Да, как я сказала, там много крутых идей для телефона и не только. И все по цветам стоит. И я не перфекционист, на самом деле не люблю, когда все идеально. Но раз такая идея, то почему бы не попробовать? Кстати, синих и красных приложений у меня больше всего. Странно, потому что красный я не очень люблю, хотя голубой мой любимый цвет на самом деле, но красный я не очень люблю цвет. Кстати, напишите в комментариях, какой ваш любимый цвет. Почему-то там стоит оранжевый у меня в красной папке. И можете, конечно, менять цвет папки, но я вечно использую вот эти два цвета только, потому что другие мне не нравятся. Так более выглядит эстетично с этими цветами и круто. Вот такой мы сегодня сделали крутой, красивый, эстетичный, удобный телефон. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч!